Приехали мы. Сегодня мы поехали посещать. Приехали мы в пещеру. Стандартная для нас лестница вверх. Мы привыкли к этому. Вот это вот пещера. Вход стоит Корейн 30 бат. Как всегда, несправедливость по отношению к иностранцам. Да здравствует туристический бизнес. Поднимаемся мы наверх. Билет стоит 30 бат. Впервые увидела парковку для мотобайков за 10 бат. Туристических местах это для нас впервые. На территории обезьянки кушают бананы. Хотели поделиться мы с ними арахисом. Привезли арахис. Обезьянки оказались очень пугливыми. Убегают, ты к ним подходишь, они не подпускают. Вчера ездили в национальный парк. Вход стоит 300 бат. За 300 бат вы получаете движение по не очень хорошей дороге и ничего более. Потому что все остальное на территории парка платно. Поэтому мы поехали в объезд и не прогадали. Та дорога, которую мы совершили, порядка 120 километров в объезд, была намного красочней и интересней той дороги, которая шла через парк. Потому что фишка была в том, что в парк они проверяют билеты, а на обратном пути они билеты не проверяют. И поэтому мы туда проехали по красивой дороге и посмотрели обратно, что из себя представляет дорога за 300 бат. Я вот забралась туда, куда, видимо, забираться нельзя. Огороженная территория. И тут мне открылся потрясающий вид. Вот такая вот лестница. Очень красивые места, конечно. Насколько разочаровал меня сам город Чагмай. И вот эти бесконечные платы за все подряд, вплоть для паркинга, вплоть за паркинг для мопедов. Настолько прекрасны, конечно, места вокруг Чагмая. Ну, что тут скажешь? Лучше гор могут быть только горы. Тату Фухаю, Улоди Салопа Чича Чичату, Тую, Пату Фару, Сатуху, Сака, Сака, Тула, Паруя,
Чала пати така сутила кафука пата туте. Опять испытания для людей, страдающих клаустрофобией. В прошлый раз, когда мы были в Айутхае, много страданий от клаустрофобии имели награду в виде фресок. Надеюсь, здесь меня тоже ждет. Судя по сопровождению музыкальному, мои комментарии будут не очень слышны. Зато будет интересное видео. Очень глубокая пещера. По мере спуска увеличивается влажность. Thank you.
Большая пещера, действительно очень красивая. Потрясающий потолок. Вот там вот начало лестницы. Большой сталагмит, наверное. Продолжается. Странные камешки здесь стоят. Они попадаются везде. Оставила я свою пирамидку, тоже сделала пирамидку из камешков. Идем обратно. Туда лестница уходит. Сейчас надо будет подняться. Thank you.
прекрасные окошки. Ой, я люблю во всякие дырочки позалазить. Такой вот вид. Чем интересны пещеры и храмы, которые, конечно, не прикрыто все везде тем, что можно полазить и залезть куда-то в очень интересное местечко. И вот такой вот вид сверху. Вот такую дырочку надо было пролезть, чтобы попасть в пещеру. Но тем, кто в Иерусалиме пролезал в угольное ушко, это не страшно. Пошли куда-то влево. Указатель на какую-то Будда-тунь. Не знаю, до этого туда никто не ходил. Как только мы повернули, за нами пошли девчонки, тайские девочки. Не знаю. Может быть, там опасно, и никто не ходит. 2560. Высота указана. Это после того, как мы поднимемся, будет такая высота. Горы 2560 метров над уровнем моря. Лестница оказалась высокой. Других не держим. Финишная прямая. По пути был указатель, как я уже говорила. На высоту 2560 метров. Вчера мы были на самом высоком пике Таиланда, либо севера Таиланда, ну, скорее всего, Таиланда. 2565 метров. Возможно, это вторая по высоте гора. И взобрались мы на нее практически пешком. Промежуточный пункт. Тут даже есть детки. А нам чуть-чуть выше. К этому пику. Последний рывок. К сожалению, не взяли мы с собой купальники. Потому что следующий по программе у нас горячие источники. Мы программу определили уже после того, как выехали из дома в никуда. Можно я вот так? Вот. А то бы после такого восхождения было бы очень приятно занырнуть в бассейн с минеральной водой. Я уже на вершине. Вот она вершина. Совсем чуть-чуть. Я на пике. Вот такой вот пик вершины. К сожалению, панораму загораживают деревья, а именно бамбук. С другой стороны. Такое вот местечко, опять-таки с пирамидками из камешков. И вот из того местечка будет вид. Сейчас мы залезем. И вот она, панорама.
красиво. Еще наверху пик. Все-таки ошиблась. Вот это, видимо, самый пик. Панорама открывается, если вылезти за пределы ограждения. На вершине Будда. Мама, Юль, лень, лев. Эй, ты меня ла? Мама, Юль, лень, лев, 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 лев. Ой, лев, 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 Thank you.
теперь путь назад. Среди них уже дорог. Одна моя. Залезли на самую верхушечку. Сделали несколько селфи. 2560 метров. Очень интересный лес из бамбука. Специфично. Совершенно отличается от того, что было вчера.